Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Univapa под названием Miso C. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой и довольно красочной картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, логотип производителя и название самого устройства. На противоположной стороне у нас технические характеристики, комплектация и социальные сети производителя. Открыв коробку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем, а справа от него разместилась еще одна коробка, в которой находится ланьярд с силиконовым креплением и кабель USB Type-C для зарядки. Miso C выполнен в формате пухлого стика со скругленными гранями. Высота вейпа всего 86 мм, а вес 31 грамм. Корпус выполнен из металла, и производитель порадовал нас сразу семью различными яркими и не только расцветками. На лицевой панели располагается небольшая, но при этом удобная кнопка Fire. Чуть выше находится светодиод, который информирует пользователя о работе устройства и о заряде аккумулятора, а в нижней части спряталось название устройства. Кнопка Fire выполняет сразу несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство при помощи пятикратного нажатия на нее. При помощи трех нажатий на кнопку Fire устройство блокируется. При помощи однократного нажатия на кнопку напряжение передается на картридж. Также в этом устройстве есть датчик затяжки, то есть напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. Внутри этого небольшого девайса располагается аккумулятор на 600 мАч, и от 0 до 100% он зарядится всего за 20 минут. Кстати, разъем для зарядки располагается на левой грани. Теперь пришло время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи небольших защелок. Работает он на испарителях на сетке, либо спиралях с сопротивлением в 0,8 Ом и 1,2 Ом. Отверстие для заправки находится под силиконовой заглушкой, расположенной на одной из боковых граней картриджа. Из приятных моментов это, конечно же, камера для конденсата и возможность регулировки затяжки. Для ее настройки вам нужно всего лишь достать картридж, повернуть его на 180 градусов и установить обратно в корпус мода. В конце ролика я могу сказать, что это довольно симпатичный девайс, который подойдет абсолютно для любого пользователя. На нем прекрасно можно парить как жидкость на солевом, так и на обычном никотине и даже нулевку. Но я рекомендую не заправлять в него жидкость с содержанием глицерина более 60%. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб, сигарет нет, и до встречи на нашем канале.